Западной Сибири перемена погодной власти. «Я устал, и я ухожу», – сказал атлантический циклон. Именно этот вихрь называют главной причиной невиданно теплой тюменской зимы. Это он энергично посыпал нас снегом и подогревал январскую температуру до экстремальных значений. Заморскому гостю ослабить свой натиск, как в атаку пошел властелин сибирских морозов знаменитый азиатский антициклон. Зная его привычки, можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие дни осадков и порывистого ветра не будет. А вот утеплиться все-таки придется. После легкомысленных минус 5, к которым мы успели привыкнуть, нормальные минус 15-20 градусов могут показаться настоящей проверкой на прочность. Так что одевайтесь по погоде.